Так, уважаемые дамы и господа, я не могу выйти в эфир, мам. А где мама? Значит, что я вам могу сказать? Значит, все идет в жопу. Ну вот, вот сейчас вот вы понимаете масштаб трагедии. Это маме подарили вчера упаковку печенья. Левочка, привет. Упаковку печенья. Огромную. Значит, с вами я отужинала вчера. Но ужина вот этого роскошного с испорченной селедкой мне оказалось очень мало. Я съела еще упаковку печенья, значит, у которой... Левочка, спасибо. У которой прослойка была из шоколада. И я маме сказала: мама, больше домой, значит, свои подарки не носи. Машуля, ты правда дивась. Спасибо, мне так приятно. Ливан, спасибо тебе. Спасибо тебе, мой хороший. Значит, еще одна история. Голову я не мою. Волосы очень длинные. Сегодня была на студии звукозаписи, поскольку скоро еду с туром по России со скрипкой. И я вынуждена носить повязку. Она спасает ситуацию. Значит, я тут присыпала пудры из стая, а сюда надела повязку. И вроде типа чистая голова. Вот вы сейчас понимаете. Потому что, конечно, вымыть вот этот конский хвост просто невозможно. Это я очень хочу. Но я не могу, вы понимаете. Я не знаю вообще. Как бы сейчас еще одну повязку вам покажу. А мама нет. Вот. Мама сегодня, кстати, подстригла пса моего. Вова, звездный час. Посмотрите. Мама подстригла моего пса. Ой, господи, куда ты, Вовочка, на стол-то? Ну, у тебя совесть-то есть? Я, конечно, понимаю, что ты у нас вот хвост. Тише, не обкакайся на руку только. Вот, вот он такой у меня. Хочу лапы-то вытянул, как две коряги-то, Вовулечка. Вот он, Бубочка, Бубончик. И еще, значит, у меня к вам анонс. В 10 вечера я историю выкладываю новую в своей жизни. Зачем тогда такие длинные волосы? Я переоценила свои способности. О! Ну, так, что ты опять принесла? Нет, мам, нет. Ты что, издеваешься? Здрасте. Мам, да? Нет, подожди. Ну, это сейчас, мам, это сейчас уже не дело. Это очень хорошо, давай. Зачем ты это принесла? Панакота, шоколадный брауни и ореховое парфе. Ну, сейчас, вы сейчас понимаете, да? Отказать я не могу. Давай. Давай. Открывай. Ну, ладно, я открою. Мам, мы же съели упаковку печенька. А ты что, какая сонная? Ты где была, мам? Ты же работала целый день сегодня. Ну, работалась. Мамолечка, сколько ты весишь? 64, дорогие. Ну, Маш, ну зачем ты обманываешь? Ну, вес растет, как говорится. Доброго вечера. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Будем пить чай, как говорится. А ты поставила? Нет. Опять на кухне. Вы знаете, это единственное место локации. Вы, конечно, не обессудьте. В Москве, знаете, цены на недвижимость дорогие. Поэтому даже кухню иметь, это уже роскошь в наше время. Вот эти две заколки с Алиэкспресс, кухня, и жизнь уже удалась. Поэтому давайте как бы спустимся на землю все. Представляете, я сегодня разбирала, там мешок обуви не нужно нашла. Говорю, Маша, вот один башмак. Давай выкинем. Она говорит, нет. Я говорю, как нет? Она говорит, ну я оставила его на доме 2, там найдут. На доме 2 4 года назад оставила? Это мои любимые башмаки. Мама говорит, я выкидываю. Я говорю, пожалуйста. Она говорит, нет, мам, его до доме 2 не выкинут ни за что, его там найдут. Да, не выкинут. Наверное. Я не могу. А вот эти нужны? Спаги, я, кстати, приготовила. И мы... А вот эти спаги нужны, Маша? Эти? Вы знаете, мама выкинула 6 пар обуви. Это просто невозможно. Она, видать, поверила в себя. Она видит, что одежду все время привозит. И подумала, все, можно теперь выкидывать все. Я не могу открыть коробку конфет, дорогие друзья. Маша, а тебе не надо, ты будешь черносой. Мама говорит, а тебе конфет не надо. Маша, нормальный вес при росте 1,65 м, 58 кг. Шикарный вес. Я бы с удовольствием с тобой поменялась. У меня при росте 1,68 м, 62 кг, как бы, у меня все тянет к низу. И жопа, и волосы, и грудь,
И все сейчас, все к низу пошло. Мама говорит, ваши все ноги по жизни, они такие, они не очень длинные, поэтому если ты поправляешься, то все, как бы вообще, как бы ты как бочечка идешь такая упитанная, упитанная. Соскучились по вам. Я тоже безумно соскучилась, потому что не смогла сегодня выйти в эфир. Утром началась репетиция по скрипке, потом я уехала на студию, и вот только сейчас, считай, вернулась. Я очень хотела, но меня забрали, я не успела ничего в рот взять. Спасибо большое, вас тоже всех безумно люблю, спасибо за отзывчивость в истории. Сегодня выложу в 22:00 историю. Объем бедер 116 у меня. Кому даешь мерки свои? Да. Пароли, явки, мерки. Спортом займись. Я не могу, у меня сил нет. Надь, спорт уже. Сколько можно ходить туда? Вот спортзал. Сегодня одним днем съезди в Беломут. Такое счастье. Уставшая, но счастливая. Ой, Веснушка, это верно, потому что дома сидеть это просто невозможно. Я тебе честно скажу. Маш, ты супер. Спасибо большое. Мам, я не могу от всех конфликтов. Может быть, это и хорошо? Не нервничай. И ничего, ты ничего. Не нервничай. Что ты суетишься? Сейчас я вам покажу еще одну повязку свою. Да какой талии нет, все заплыло. Маш, а правда, коробка хорошо так плохо открывается. Вот она ушла, я вам покажу коробочку. Очень красивая. Вов, тебе конфеты не сделала, тебе в глазах слезится. Вот видите, как красиво. Тут разные коробочки, разные. Пахнет. Мам, конечно, это невозможно, чтобы у нас... Ой, дай я покажу. Стой. Плохо видно, сейчас я протру камеру. Плохо, да? О. Мам, это откуда? Мне подарили. Так, на мультиварке заяц. Мне подарила Марина зайца африкантова. И я его посадила здесь, почетное место у него. Это не заяц, а зайчиха, Маша. А, это зайчиха с бантиком, собственно говоря. Дорогие друзья, пожелайте мне удачи. Завтра мне предстоит операция в 14:00. И я надеюсь, что вы меня поддержите все. Я выйду в эфир обязательно. Вот. 14:00 выходите поддержать меня. Вот и еще вот эта повязка, смотрите. Мама говорит, я не выйду в эфир. Сейчас я сниму сережки, чтобы красиво надеть. Что-то я есть не хочу вообще. Я съела вот этот батон хлебушка. А, мама батончик не съела. Батон хлеба с помидорами и с луком, и все. У кого Маша свитер покупала? О-о-о! Мы одновременно с мамой. Это Анечка. Мама, а тут я просто красавица. Где тут? С этой повязкой. Что ты хочешь? Она как-то привязала меня сбоку. Покушай. Ну, это просто... Вы знаете что? Вы знаете что? Как только вы садитесь за стол... Я себе про себя говорю. Нет, неважно. Как вы только садитесь за стол... Подожди, я повязку покажу. Очень красиво. Вовочка тут же стоит и готовится кушать, потому что он садится. Если мы садимся, ему, Маш, смотри. Смотри, что делает. Смотри. Ну, красавица. Вова, какая морда хорошая. Фильтр плохой. У меня нет фильтра. Ты просто делаешь. Левочка, спасибо. Наконец-то Ливан прилетел в Москву. Он нас долго шарился, ходил везде, так сказать. Сейчас я вам покажу. Я заказала... да, Веснушка, я не расслышала, что ты меня спросила. Про операцию. Да, в 14:00 завтра операция. Грусть, печаль, тоска. Ну ладно. Я не хочу при маме говорить. Я обещала, что я не буду. Ну какую начнем, Маш? А? Вот эту. Покажи. Вот я. Сейчас я вам покажу, что я заказала. Начинка беленькая. Вот кукулька. Маша,
Какой у тебя обхват под грудью? Разберут обхват под грудью. Когда одежда, надо же сверху, наверное. Нет, под грудью никогда, по-моему, не берут. Мам, дай покажу. Давай. Значит, смотрите. Я заказала вот такой вот костюмчик. А меня видно, нет? Нет, доченька. Вот он, родные мои. Угу. Останешься. Вот такая кофта. Маш, ну, мама, это мой же костюмчик уже. Ну, конечно, все твое. Обрезная. Прикольная. И вот такие штаны. Вот теперь я буду вот такую коричневенькую. С сердечком. А шоколадный внутри. Вот этот костюмчик. Потом вот этот вот. В котором я была у Майи на девичнике. Кстати, она такой же заказала сразу себе. Укороченная розовая кофточка на завязочках. Она вот так вот завязывается на любом месте, чтобы как бы, ну, вы могли контролировать, где лучше. К ней такие же вот штанишки. Прикольненькие, все натуральное. И вот этот свитер Balenciaga. Сейчас я вам разверну его. Еще пуховик. Но, к сожалению, мама его прикарманила себе. Она туда вставила свою фотографию уже. А да. Это так смешно. Да, да, правда? Машенька, а? Тут тебя спросили, где ты покупала эту юбку. Я эту юбку ненавижу. Вот, ну, она длинная, но хорошая. Видите, мама говорит, доченька, жопа большая. Надо носить, говорит, короткие юбки, потому что очень бедра выделяются. То есть вместо того, чтобы меня поддержать, она говорит, не носи такие юбки, это для тебя не идет. Нет. А? Я тебе больше ничего не дам. Я сейчас, я тебе... Анна Ковтун. Вот. И еще вот такой пуховик, сейчас покажу. Сейчас мой пуховик вынесет вам. Твой пуховик. Мой пуховик, да потому что там моя печать. Сейчас я вам покажу, знаете, что еще? Значит, я съела такую конфетку, потом сердечком, а сейчас вот такой съем, как розочка, смотрите, внутри цветочек, корзиночка. Вовочка, да я как бы не тебе показываю сейчас, смотрите, смотрите, вот. Вот, Вов, видишь, это конфетка, но тебе нельзя, Вовочка, конфетка тебе нельзя, Вовочка, нельзя. Вот. Вы представляете, мама до чего дошла? Она вставила свою фотографию вот сюда, чтобы я точно не забрала у нее пуховик. Вы вот как себе такое представляете? Он офигенный. Он оверсайз такой вот. Здесь с такими перемычечками. Он теплый и одновременно воздушный. Меня вот это привлекает. То, что он такой воздушный. Я не могу говорить про операцию, потому что мама сойдет с ума моя. Она мне вообще не разрешила говорить о том, что операция. Но я не могу вам не сказать, Маша. Потому что... А, ты что? Сколько ты конфет съела? А сколько? Мам, ты всего... Ты ж... Мам, ну остановись, пожалуйста. Ты же... Машенька, покажи еще что-нибудь. Пока иди. Покажи еще что-нибудь пока. Мам, ну пожалуйста. Ну остановись. Ну не все же, это же не картошка. Ты хочешь, чтобы я тебя стала оставлю? Нет, вы вообще понимаете, мама говорит, иди еще вещи покажи. И в этот момент съедает все конфеты. Кто овца? Я овца. Овца это благородное животное. Из ее шерсти делают носки, чтобы не замерзнуть. Скажите, а зачем вы сказали, что она овца? Ну зачем? Вот почему у вас такие ассоциации возникли? Давай выясним, кстати. У овцы, кстати, волосы короткие, кудрявые. А у Маши длинные, очень красивые. Нет, я против овцы ничего не имею. А, нет, я против овцы лично тоже ничего не имею. Но ты не похожа. Дорогие друзья, вот мой ужин роскошный. Я против овцы тоже ничего не имею. Что? Кто-то пишет, я тоже овен. Ой, такой молодец. Садись пить чай. Я сегодня буду кофе пить, дорогие друзья. Мне, а мне же нельзя есть для операции. За сколько часов? Все. Че? Нельзя. Уже нельзя? Как? Маш, сейчас не надо меня добивать.
Не надо меня сейчас добивать. Как я тебя добиваю, мам? Все, хватит. Ну ты что? Я так думаю, все шутка и шутка. Ну все. Ты любишь пошутить у нас. Обхват талии. Ребят, да мне похер, клянусь вам. Вы обхват талии? Не обхватить! Не обхватить! Вы поймите, как бы, я давно не парюсь по поводу веса, роста и всего остального. Для меня это как бы вообще не имеет никакого значения, сколько я вешу, какой у меня рост. Вот, кому я понравлюсь, кто меня полюбит, поверьте, будет любить и такой. Так. Ну что, мам, ты? Ну зачем ты? Мама! Ну что? Мам, ну ты что? Немножко. Ну это не шутка сейчас. Почему? Мам, ты гонишь? И главное, у тебя лицо совершенно невинное. Ты, вот как такое может быть? Маша, мам, да, ты вообще испытываешь вину? Нет, а что я такого сделала и совершила? Да вообще в жизни ничего такого нет. Ну, я же никого не убила. Ну, все хорошо. Так, Бородина говорит, борется колхоз. Но если Бородина сказала, дорогие друзья, значит все. Так и есть. Значит, реально так и есть. Заколки – это колхоз, волосы – это колхоз. Машенька, нет, они просто так тебе говорят тебе. Да ладно, я шучу с тобой. Что... С тобой, Вовочка. Там Ксюша тоже. Но 7 штук съела, говорят. 8! Раз, два, три, четыре, пять. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8. А еще кто, кто считает? Машенька, ты идите была... Маше примерить. Нет, смотрите, смотрите, она меня отсылает что-то примерить, чтобы втихую съесть еще конфетку. Почему втихую? Я при людях ем, они все видят, они согласны со мной. Ну, все любят конфеточки. Ну, не до такой же степени, мама. Мама мне говорила, да, Олечка, нельзя. У тебя собака уже не помещает, ее живот твой выталкивает. Олечка, нельзя, говорит, как картошку есть конфеты. Можно, можно. Лучше, чем картошка. Нет, вы понимаете, я не могу себя не фотошопить. Во-первых, если я иду к фотографам, они меня не могут выставить в таком виде, потому что подумают, что они говно фотографы. А что касается меня, я что-то увлеклась. Вы знаете, мне так понравилось ретушировать фотографии, фотошопить, вставлять пресеты. И мне прям вот это доставляет огромное удовольствие. Поэтому вредно столько сахара, мамоля. Да, все. Что говорю? Жопа слипнется, пишет. Слипнется? Слипнется. Что делать будем? Продолжим есть конфеты. Разлипать. Маш, себе в любви признается. Кто? Быстро верните этого человека. Где? Где этот идиот? Ладно, шучу. У тебя прекрасная мамочка. Привет, нас любит. Так, сегодня в 10 вечера я пост выкладываю. Пост про... Все, нет, все. Все, я закончила, все. Хорошо. Наши дорогие вы. Да, творог. Купила себе... О, Левочка. У нас скоро с Левой выходит новое шоу на YouTube-канале. Ну, пока еще не которое вышло, не надо пойти будет говорить. Посвящено проблемам анорексии. Я очень рада, что рядом со мной такой человек, который готов помогать бороться, освещать такие проблемы. Ну, он не болеет, я тоже худой. Поэтому я думаю, что... Я его видела, как он голый бегал по пляжу. Вы все оцените. Сейчас 10 часов. Творог вкусный? Нет. Нет. Как может быть творог вкусный, если он совершенно обезжиренный? Это просто такое ужас. Говно. Но я вынуждена это есть. Вот. Она думает, что раз она обезжирена... Мне кажется, да. Маш, как найти эту Анну Ковтун? Мам, как ее найти? А у меня есть... Мам, иди, принеси. Там, у меня визитка где-то. Запомнишь заказ? А у Маши ее визитка, потому что она все время одно заказала, потом вдруг увидела у нее на этом... Ну, как называется, вот... Пост, да, там, да, да. Значит, розы, она мне принесла. Срочно звонит доставка, и срочно ей доставили через день новый костюм. Значит, я рассказываю вам. Только мне все привезли. Мама на себя надела, говорит, ладно, это мне. Я, значит, захожу, вот только доставка уехала, на ее страничку вижу, там эти костюмы опять. И понимаю, что мне срочно нужен розовый. Она говорит, Маш, вот. А он у меня на видном месте теперь. Она... Так, пишите телефон 8-903-127-86-73. Все. Да, потому что так не надо. Так, что за позор? Какой-то мужчина пишет, что позор. Как на личном фронте? Никак.
Мне очень нравится один мужчина, очень, я не скрою, но он об этом не знает. Я не могу его так сильно сразу расстраивать. Не, не расстраивать, огорошить боишься. Боюсь его огорошить. Я думаю, что он будет к этому совершенно морально не готов. Вот. Операция, да, завтра. Кто-то быстро пошел есть, я тоже. Маш, как быстро похудеть? Ну как, утром встаете, ешьте, что хотите. Абсолютно все. Днем тоже, и вечером. И все. И ложитесь спать. Где повязку купила? Кстати, у Кати Колесниченко такая же повязка, и всем она очень нравится. Покупала я ее в магазине Аксессуарис всего лишь за 300 рублей. Со Стасом общаешься? Да. Маша, расскажи про самый странный задаваемый тебе вопрос. Ну, самый странный, это у меня, значит, это ногти. Почему нет ногтей? Значит, лоб сбрит или нет? Значит, что еще? Куда пропала Лиза? Честно, я даже не знаю. Мне кажется, у нее настолько все хорошо, что она не выходит в эфир. У кого завтра операция? У меня завтра в 14:00, и мне очень страшно, и мне нельзя, наверное, уже есть. Вот. Я ее люблю и страдаю. Ну, Лев, ну ты тоже не драматизируешь, что ты прям вот страдаешь и любишь. Ну так тоже не надо. Кого? Меня. Он уже уехал в Абхазию на 3 недели. Думал, море унесет любовь, а нет. Она еще больше солнца подогрела. Вот смотрите, видите, что происходит с мужчинами? Казалось бы, с такой красоткой с Калашниковой, а все равно страдает по Маше. Вот мужчина быстро надоедает. Басков смотрит. А, Николай Басков, мы с ним очень дружим, с Колей. Да, он говорит, привет, родной. Ну, Коля, я когда-то играла на сцене. Не говори об этом. Не буду. Не стоит. Забудь, ну, этот случай роскошный. Ну, почему? Я играла, в это время сидела, а он пел. Машуль любимый. Машуль, ты клёвый. Да, не скрою, честно. Маш, вот мы спали, и я опять хочу спать. Кто спал? Я спала. Ну, извини, ты спала, а я работала. Вот это ты работала, а я спала. Ты-то... Ну, что теперь? Это ты на съемке. Обобщай. Ты на своей съемке, на записи. Не бойся, мы с тобой. С тобой общается из-за пиара? Ну, какой пиар-то, дорогие друзья? Ну, вот моя семья, но я всех готова с ней познакомить. Разве это пиар? Это счастье. Всех своих друзей знакомлю с вами. Вот. Поэтому я так не думаю. Яйца вареные любишь? Яйца? Одно время, полгода, наверное, ела только яйца, а потом, когда я купила опять, в очередной раз она вдруг говорит, я не буду есть яйца. Зачем ты заказываешь водки, если ты хочешь в одном и том же? Вот вы знаете так, мне приятно, что они просто есть. И еще мама постоянно их носит. У меня все вещи, если в одном и том же ходишь. Как ты в одном и том же? Каждый день. Ну вот она сегодня надела вот это... Сколько еще эфир будет идти? Вы знаете, телефон у меня слабоват, вот, поэтому как только, так сразу. Вы меня уже отправляете, да? Вы меня уже отправляете на боковую. Скоро, кстати, эфир Злейки будет из моей любимой, но мне кажется, меня туда, кстати, не пустят уже, потому что последние 2 раза они так косячили. Они реально косячили. Не ходи пока. Да, а то плюнут еще мне в еду, это боюсь уже туда ходить. Маша. Ну а что, такое может быть? Классная повязка. Спасибо, родные. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Мария Ко, Ольга Ивова, ее и Инста-С. И мы на нашей легендарной кухне. Соленый огурец любишь? Обожаю. Есть парень? Нет. Парня нет. Ну вы что думаете? Я вот так вот проводила вечера со своей мамой. Вы знаете, сегодня мы с мамой идем со звукозаписывающей студии. Диме Рулеву привет. Он вас любит. Дима Рулев тебя любит. Дим, ну что, это сказка. Ну давай, пришли фотографии сейчас, давай, выходи в эфир. Мне очень приятно. Играла симфонию 3-ю? Нет, не играла. Как косячили, Маш? Я связь теряю. Любимый праздник у меня Новый год, 100%. День рождения я не люблю, потому что мне никто не дарит никогда подарков. Никогда. Привет, душенька. Тебе говорят, как хорошо сказали, душенька. И Новый год это шикарно. Как убить аппетит? Я не знаю. Не хочешь купить себе айфон? Может, она и хочет, но хочет, чтобы лучше ей подарили. Она мне всегда говорит, мам, ну должен дарить кто-то айфон, не самой же покупать. Ну да, мне очень жалко, знаете, тратить деньги на айфон. Маш, любишь огурцы соленые? Все хотят поиметь, но не женятся. Ну вообще это позиция. Я считаю, это правильная позиция. Как сказали, что хочешь через 5 лет... Говорит, хочу жениться. А он говорит, зачем? Найди женщину, которую возненавидишь через 5 лет, и подари ей квартиру.
Но на самом деле это не гарантия счастья, брак. Мне кажется, вы уже знаете это по мне. Слушай, а ведь кто-то назвал не зря это, а? Брак. Забиров Камил, я тебя поздравляю с тем, что ты пошел в первый класс, у тебя такое счастливое время, учись, будь умницей, радуй мамочку своими тройками. Ну, почему тройка? Ладно, лучше пятерками, но если не будет пятерок, тоже не отчаивайся. Жених подарит. Да, я тоже думаю, что мне подарит мой мужчина и духи, и телефон, и квартиру, и машину. Если сейчас еще что-то скажу, то у меня никогда никого не будет. В общем, ладно, это все не важно. Я не хожу на ИМС-тренировки, потому что тренер мой от меня отказался. Что еще вам ответить? Зато честно говорю. Никак про что-то СМС не отвечает. ИМС-тренировки. Что у меня с зубами? У меня все хорошо, это виниры. Я их сделала чуть больше, чем мои зубы, чтобы это улыбалась, и за километр было видно. Немножко передние зубы, как у кролика Роджера, просила удлинить. Ну, Маша! Лежим с дочкой, смотрим ваши эфиры. Вот вы пишете, ни на один, я по своему телефону просто смотрю, ни на один вопрос не ответила. Она отвечает, отвечает. Я недавно вот смотрела эфир одной девушки, ну, не буду говорить, какой. Там был просто монолог. Она ни на один не ответила. Одного актера. Ни на один. И ничего, никто. И все сидели там. Все ее 200 человек. И никто не против был. А Маша на все отвечает. Но настолько быстро, смотрите, бежит, она не успевает даже. Нет, я все успеваю. На твой нет. Маме надо найти жениха, мне тоже. У нас задача максимум. Я выхожу замуж в ноябре, а мама чуть позже. Рома, ой, сколько прислала красоты. Я арбузы. Я все жду адрес питомников. Я нашла, кстати. Нашла, я тебе скину. Напиши мне после эфира, пожалуйста, сразу же. Маша, поздравь, пожалуйста, мужа с днем рождения. Ему сегодня Никита Самсонов, 24 года. Давай. Я третий день пишу, она молчит. Маша, когда будет фан-встреча? Никита Самсонова потратит с днем рождения. Фан-встреча у нас планируется на 20 сентября. И плюс там будет мой сольный концерт. Никита Самсонова, поздравляю. Никита Самсонов с днем рождения. Все это будет проходить в зале съездов. Я вам чуть позже скину адрес. Там будет. Что будет, я прослушала. Мой творческий вечер. Буду читать философию Сирена Кьеркегора и играть на скрипке и вести параллельно аутогенные тренировки. Ты знаешь, ко мне придут два человека. Маша, в Израиль приезжай к нам. В Израиль пойду к стене плача. Буду сувать записки вот в эту стену, потому что желание реально исполняется. А кто в мультиварке готовится? В мультиварке заяц. Маша, что за операция? Мне будут делать на подбородок. Я так хочу тебя обнять, спросить, как Виктория твои дела. Привет, я тебя люблю, Виктория какая-то, любит тебя. Вот и все. Лёва, ты не просто придешь, ты проведешь эту встречу, мою фан. Я вас так полюбила. Яночка, пошла в первый класс, золотка, удачи тебе, Яночка, пошла. Ян, молодец, это, конечно, вот это удача, я сейчас завидую тебе страшно. Да, у тебя ведь у нас все только началось. Да, все, только еще. Ольга Дмитриевна, в чем дело-то вообще? Чего? Любишь осень? Я обожаю осень, золотую осень, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, это золотое время, золотая пора, когда листья опадают, они разноцветные, разные формы, разного содержания. И ты понимаешь, насколько скоротечна наша жизнь. Еще сегодня листья были зеленые, а сейчас они уже желтые, а сейчас они уже валяются ржавые на этом полу! Ты меня затыкаешь. Мам, проведи эфир. Насколько он будет конструктивный. Вот так вот будешь сидеть. Маш, сейчас я скажу. Вот так. Слушайте, Маша. Так, ну что там, друзья, сейчас. Да. Как дела? Маш, так у нас дела, значит, да. Просто вот ты про осень. Вот так. Ну, вот. Осень, она прям золотая. Вот. Потом снежок пойдет. Можно на лыжах вот покататься. Вот так вот мама ведет у меня эфир всегда. Вот. Если повезет, она... Маша, сделай лицо нормальное. Я не вижу лицо. Где? Вот так я тебя твои эфиры смотрю. Видите, мама говорит, я тебя не вижу. Конечно. Вот. Мам, ты из него делаешь лоха. Нет, Маша. Ну вы посмотрите, это разве собака? Ручку сложил. Смотрите, он берет рост туда. Ну, он хороший. Так, свитер какого цвета? Темно-синий или черный? Быстро скажи.
Ну, он черный, с красными и с бордовыми надписью. Ольга, помните вы или нет? Чего? Ты помнишь вообще или нет? Что помню? Ты вообще помнишь? Да. Тебя спрашивают. Меня сейчас, а что помню? Вспомни. Ты помнишь или нет? Маша. Задают тебе вопрос. Маша, что-то мама уважает. Костенко, Маш. Жена Тарасова, что-то. Ждет второго ребенка. Костенко, жена Тарасова, ждет второго. Ну, очень хорошо, он будет сказать, третьего ждет. Ну, что теперь? Мама, ураган, дуриан. Вот это дуриан был. Да, я знаю, он очень сильный был, ураган. Предупреждали людей. Мам, ну ты как так? Я вообще не была в курсе. Я ж тебе говорила так. Ты сидишь в этом своем? Да ты что, серьезно? Да. Все, у меня пост мой выложился. Все, шикарно. Дорогие друзья, я выложила свой пост. Жду от вас комментариев, сердечек и сочувствия. Маш, ты что сейчас сделала? Я твой телефон. Что ты сделала? Да, давай я включу. Нет, ну зачем ты это сделала? Маш, вот ты возьмешь каждый раз мой телефон. Я читала прямой эфир, смотрела. Да, ты читала прямой эфир. Молодец. Ты молодец. Я вообще тебе Инстаграм помогаю вести. Вы видели, как я маме фотографию сделала? Ураган Дариан, вы супер. Вот я согласна. Мы роскошные люди, потрясающие. Маш, так, и ты мне разбила, кстати, его уже. Ну, что ты швырнула? Да, Машенька, я сейчас смотрю на Ютубе, люди 15 часов назад выходили, больше нет. Как? В смысле? Из урагана. Я пойду сейчас. Да ты что, я пойду сейчас включу телевизор. Слушай, ну ладно, вы мне не говорите об этом, иначе я с ума совсем сойду. Машуня, мама твоя красотка, прекрасный человечек. Спасибо, мое большое. Ой, спасибо, мои дорогие. Как я разговариваю, шикарный разговор. Не знаете что, я просто сегодня занималась много на скрипке, и у меня горло заболело. Вы очень классная, мама хорошая, пусть не ругается. Маша, передай привет Сереже Тарасову. Сереженька Тарасов, привет, мой родной. Привет, привет. Как я обрабатываю фото? Я выкладываю, дорогие друзья, со второго телефона посты, поэтому выкладываю их я, пишу их тоже я, потому что про мою жизнь никогда никто не напишет. Я открываю, значит, сейчас я вам покажу, пока мамы нет, а то она будет ругаться, что я телефон беру. Вот здесь вот Facetune 2. Вы его можете закачать. Здесь, кстати, мама с летучей на съемках. Я хотела обработать эту фотографию, но не успела. Смотрите, какие красотки. И начинаю обрабатывать все по частям. Ретушь, лицо, форма. В общем, что хочу. Потом я открываю Lightroom. У меня там пресеты. И я подбираю, какой пресет будет лучше. Вот. И все. Ты умница, прекрасно играешь, когда у тебя концерт будет. У меня будет скоро концерт, очень красивый, спасибо большое. Мам! Я не найду, где это идет. Маш, скулы, подбородок, ты что делала? Я делала как бы контурную пластику, это у меня Нюта делала. Передай привет, Альфия, Машенька. Короче, всем передаю привет, мои дорогие, с удовольствием. Видео сама монтирую, я вам могу показать. Ураган я не знаю, потому что я не смотрела. Без тебя тукляк, это не говорит муж. Мужик 20 лет, жена, две дочери. Стрижка Володи стоит 2000 рублей. Я не знаю, больно или нет, я не хочу об этом думать, потому что завтра в 2 часа я иду все это делать, и мне очень страшно. Я маме говорила, что я не пойду делать, но в итоге я решила, потому что у меня немножко вот здесь вот все равно все нависает. Но я надеюсь, что я выйду в прямой эфир, и вы меня поддержите. Обязательно. Может, я не нашла? А? Не нашла. Присядь, подумай. Сейчас я чашечку намочу. Машуля соскучилась, в Америке ураган. А когда на Мальдивы? Планируем 14 октября. Мамулечка. Иди, бери. Я Вовочке дам сейчас. Маш, ты делала лазерную эпиляцию? Да.
Я делала лазерную эпиляцию 6 раз, но вы что, знаете, что-то у меня волосы опять появились. Не знаю почему. Оль, ну что, все посмотрела? Ты знаешь, я до этого смотрела и говорили, надвигается, надвигается, а самый вот такой момент я пропустила. Ну что, давай. Ой, ты придешь 20 числа? Спасибо, на мою фон-встречу. Спасибо большое. Мам, мне так хочется что-то соленого. Что у тебя болит? Важно. Что у тебя болит? Ничего, все хорошо. Что у тебя болит? Что-то нашла у себя? Кольнула. Мам, ну ты сделай лицо попроще. Я думала, что уже все, сейчас конец настанет. Нет, что-то мне колет очень. Куда? Прям вот в руку и вот и в сердце. Ну пиздец, давай скорую вызывать, что? Пока люди-то со мной, это мне одно страшно, знаешь ли. Да это не сердце, это остеохондроз у тебя. Выпрями спину. Попрыгай. Мам, ну 20 конфет съесть, конечно, плохо станет. Ты что думаешь? Конечно, нельзя. Почему не ужинать? Ну, я решила, что я больше не буду ужинать. У меня последний прием. Муж хамит, я себя чувствую какой-то функцией. Типа, должна готовить, убирать. Нет никакой ласки. У нас ребенок, что делать? Вот что делать? Знаете, что? Это к маме вопрос. Нет, нет. Ну, вот я... У меня очень строгий был муж всегда, очень строгий. Вот чтобы чистота, чтобы все время убиралась, все делал. Вы знаете, я столько готовила, я вам не могу описать. Ну, что я торты пекла бесконечные, и такие вкусные. Его мама научила меня, я очень много пекла. И моя мамочка пекла Наполеон, эклеры делала. Как-то я ползала, у меня была температура под 40, сын болел свинкой. Я заразила. Я поступила тогда в аспирантуру и приехала, видимо, настолько стресс был большой, когда я поступала, мне лет 38-35, не помню, сколько было лет. И я поступала, много сил отдала и ехала и на обратном пути, видимо, вот подхватила от ослабленный организм, не знала. Короче говоря, болею жутко свинкой этой, глотать не могу, температура под 40, а муж должен приехать из командировки. Вот не поверите, я ползала, мыла полы, готовила, убиралась. И, оказывается, могла умереть. Вот чтобы было хорошо. Не надо было. Да, поняла. Если не муж к тебе плохо не относится... Было. Нет, почему плохо? Но он говорит, она говорит, что муж готовлю, себя чувствую функцией. Он говорит, ко мне никакого отношения не проявляет. Что делать? Ничего и ты не проявляешь. Знаете этот анекдот? Вот я вам анекдот расскажу. Ну, он, конечно, не очень может быть приличный. Детей уберите. Ну, я выражаться не буду. Значит, один говорит, ну, в общем, что-то развелся с женой или что-то, а тот второй ему друг говорит, и ты тоже разведись. Он говорит, а как? Он говорит, ты знаешь, приди, прямо ее так, ну... Ну, что сделать? Как бы изнасилуй. А что ты так тихо-то говоришь? Ну, мало ли там... У нас вечерний эфир, нам можно, у нас цензура не пропускает. Вот, и говорит, и тогда она тебе сама уйдет от тебя и бросит тебя. Он так и сделал, пришел и так, и сяк, все. Приходит в обед домой, а жена на столе стоит полный обед, борщ, картошечка, огурчики, все, она ему наливает рюмочку. А он говорит, а что случилось-то? Она говорит, ты ко мне по-человечески, и я к тебе по-человечески. Ну и все. И с нами пришел, да с нами, малыш. И с нами, булочка. Маха, где делала щечки? Мам, щечек не стала мне. Почему? Ничего не делала, сами упали. Это Аня, гонишь? А, Аня. Она мне скулы сделала. У меня есть старший брат, который похож на, как его, на Тиля Швайгера. Он охеренный чувак, кстати, скоро будет в Москве, и мы, может быть, с ним встретимся, если повезет. Если у меня график мой плотный позволит, как бы доехать, как думаешь? Ну, у меня 8 съемок должно быть, посмотрим, еще операция. Но он шикарный, он у меня красавец. Это вот нам не... Так, что-то я хотела. Манера у тебя дурацкая. Что опять? Если еще раз возьмешь мой телефон. Да я читаю, а потом смотрю, телефона нет, и он уже выключен. Ну, конечно, это надо же. Из-за какого-то телефона доченьку так вообще гнобить? Маш. Как зовут скулы? Посмотрите мой ролик, вот он у меня здесь последний, практически в розовом костюме.
У брата, конечно, есть дети, слава богу. Если бы еще у брата не было, это было бы вообще концом. Ну кто ж ты должен продолжать род? На меня надежды уже, как говорится, мало. Уже тридцатник скоро, через 2 года. Поэтому брат молодец у нас. Выполняет функцию, миссию выполняет. Машенька, я предлагаю остановиться на цифре 25. В смысле? Всегда говорит 25 лет. Зачем ты говоришь? Приближенно. Чему-то не надо, лапочка. Конечно, я тетя. У него шикарный. Кто-то по гороскопу. Я по гороскопу весы. Операция будет на подбородок завтра у меня. В 2 часа дня, в 14:00 в прямом эфире выходите, поддерживайте. У тебя уставшие глаза сегодня, не то слово, потому что я... А мне как раз... Я 9 часов занималась на скрипке, я должна была сегодня выйти, но не удалось. Машенька, ну, все-таки 9 часов это преувеличено, потому что это просто... Звук ничего. Не надо преуменьшать. Ты можешь даже вообще не заниматься, а играть, так сказать, как вот... А так это... Я себя вообще не ощущала. Больно было делать скулы? Нет. Но смотрится очень так впечатляюще, как будто триллер. Называется «Выжить любой ценой». Любимки наши. Это вот да. Мамуля, а вот ты вот ведешь эфир, да? Посмотрите. Вы знаете, что я вам скажу? Нет, дело в том, что тут не в этом дело. Не важно, кто человек по национальности. И вообще это не важно. Вот вы говорите, нет, армяне очень хорошие, кстати, мужья, вот вы пишете плохие. Нет, мам, что делать? Муж меня бросил с ребенком и выгоняет из дома, квартира его. Но не мудак ли? Значит, подавать на него в суд? Вот на него точно подать. На него точно? Потому что если ребенок... Ну, мам, подожди. Потому что если у вас есть ребенок, а куда вы должны уходить? Вот тут я стою за ребенка и за маму. Ой, привет, вы классные. Я как отношусь, значит, к словам Бородиной, что пихать руку стрёмно, потому что капсулы. Ну, вы знаете, а кстати, а как она знает ощущения? Она же не мужчина. Может, она когда-то тоже наращивала? Сказали? Не знаю. Еще мне это. Расскажи про тактику покорения мужчин. Ну, вы знаете, именно у меня нужно узнавать. Это, вы знаете, я тот человек реально, который вам сейчас расскажет 10 тактик беспроигрышного, так сказать, пикапа мужчин. Я прям гуру пикапа, как их снимать, как с них брать денег. Я сижу в квартире однокомнатной с восьмым телефоном. Мой муж мне ничего не оставил, у меня никого нет. Я живу, так сказать, со скрипкой, с мамой, с собакой. Вы, конечно, стебитесь, но... Вот знаете меру, дорогие друзья, нужно тоже как-то вот ко мне относиться с уважением. Мамуль, какой ты сейчас смотришь сериал? Всех это очень волнует. Сейчас? Да. Ну, не вздыхай, как больной слон. Ну, я все время вот детективы смотрела, а сейчас Маша пришла и мне не разрешила телевизор включать. Ну, я вообще не смотрю телевизор никогда. У меня смотрю. Никогда не работает телевизор. Я считаю, что это морально разлагает людей. И как бы я лучше буду читать книги. Я очень много читаю и пишу. Маша, ждут звездный час Вовы. А? Мамуль, садись. Нет. Волосы в сторону. Какие? Садись. Нет, нет, хватит. Я уже была с волосами. Кто-то нет, не видел. Ну, Маш, видели. Ну, Маш... Ну, что ты будешь делать? Ну, вот все. Знаете, она мне даст дома поносить. Я вам так скажу. Я приходила в гости к сестре, а Наташа у меня модница такая, она, ну вот, ей все идет. Причем вот что она не купит, ей все шикарно. Я прихожу... И вот примерь, она говорит, Оль, бери, что хочешь. Я, Маш, не мотай меня. Я примеряюсь, и мне хорошо. А сейчас волосы тоже. Я вот поносила волосы, и мне хорошо. Какая ты красивая, мам. Ну, ты просто королева. Ну, ничего не спрячешь, как говорится. Маш, ну хватит, мне жарко. Жарко ей. Я сама мокрая сижу. А, я думаю, что ты окно открой. Огонь.
Я согласна. Маня Голливуд, конечно. Но мама Голливуд, конечно. Вот да, это 100%. Сегодня у Мэри в эфире было 300 человек, у тебя всегда не имеет... Да, да какая, важно, что, какое да, это имеет значение, дорогие друзья? Кто-то может выйти, кто-то не может. Это... Маш, где будете День города? Какие я красивые. Буду выступать на Красной площади в День города. А? Маш, скажи... Бриллиантовая рука... А. Вова, голос! Просит сказать. Машенька, ну ты же не сказала. А просили громко. А ты мне в ухо. Вова, голос! Маш, не надо так орать, пожалуйста. Можно? Ладно, все, не буду. А, теперь про повязку. На, мам. Просите отдать. Примери. Общайся с Оксаной Ряской. Не хочешь к ней в Америку съездить? А, мама, он сел! Убит, блядь! Мама! Чего? Где он взял фантик от конфеты? Какой фантик? Это был это, и мячики у оранжевого. А, ну тогда ладно. Маш, ты чего в панику впадаешь сразу? Ну и съел бы, покакал бы потом. Ремонт закончился, да, дорогие друзья. Слава богу, все, соседи закончили ремонт. Поэтому все нормально. Не пугай маму, не буду. Ну вы сами сказали, скажи громко Вове голос. Ну я и сказала. Мам, ты куришь? Даже не пробовала ни разу в жизни. Ни разу в жизни. Мама, Вова, звездный час, просто в студию. Нет, я не ела ничего. Вова, ко мне иди. Мяч, вы знаете, а мы сегодня, когда вот поели, и я вот батон хлеба съела, и после этого вообще сюда. Ничего не могу. Ко мне подойди. Вовулечка. Ко мне подойди сюда. Ну иди ко мне, мальчик. Ну иди ко мне, хороший мой. Иди ко мне, мальчик. Да ладно, тебя зовут, Вов. Это же не Маша сама, тебя зовут. Смотрите, какой красавчик. Он у меня подстрижен. Красавчик. Ну, давай, давай. Господи. Подожди, давай. Какой покажи. Суетливый, а? Сейчас. Он красивый очень. Вот. Вот хвост у него. Такой вот. Дай. Господи, ну это сумасшедший. А он за мячиком. Вы знаете, у него мячик, и он его так любит. И он боится, что мы его подняли для того, чтобы отнять мячик. Маша, у меня корябал сейчас. Ушел? Ой. Миша, он прямо смотри, как меня корябал. Мамуль, как ты относишься к моим обнаженным фотосессиям? Прокомментируй сейчас же ситуацию. Сейчас же. Ты же там закрытая. Как, ну, не совсем. Ну, Ну как ты к этому относишься? Сейчас я тебя не запугиваю. Говори, что думаешь. Я тебе даю возможность сказать. А ты меня не можешь запугать. Ну, я мать. Ну, конечно, мать. Все. Вы знаете, там было очень эстетично и красиво. Мне понравилось. Это фотограф как сделала. Мне понравилось. Ну, а что я сделаю? Что я буду прикрывать ее своей юбкой всю жизнь? Ну. Вова мажор московский. Вот это! Слушай, а он лучше нас выглядит. Класс. Мажор московский. У меня после анорексии были проблемы совсем, дорогие друзья. Не повторяйте моих ошибок. Зубы выпали. Грудь ушла из... Жир из груди ушел. Жопа ушла. Волосы выпали. Бровей не стало. Ресницы как альбинос. Почки опустились. Значит, в туалет сходить не могла. Писить тоже не могла. Пролежни на жопе. Все. Ой, было... Маш, ну прям вот ты вот такое скажешь... Вот... Просто у меня шея, муж и вянут. Сейчас ты красотка. Да, я согласна. Да, слава богу. Все позади. Я даже ни одной таблетки ей, в принципе, не разрешаю нет, пить, даже когда болит. Я прошу, я сегодня подошла к маме, просто я его клянусь, да, и сказала, мам, ну, помоги мне написать рассказ, дополнить. Она мне все время начинает говорить, Маша, вот ты тут не дописала, а вот этот ты забыла факт. И я ей говорю, ну, если ты такая умная, сядь и напиши, говорю, сама. Она говорит, нет, это мой стиль, я же очень умный человек, у меня два высших образования. Маша, дай похвалиться. Нет, я сейчас дипломы принесу. Маша, секунду, не надо хвалиться. Я не люблю дочек. Ладно, не буду. Не, пожалуйста. Мама не дает похвалиться. Ну, не хвались, Маш. Ну, не хвались. Ну, не надо. Машуль, прошу. Она говорила. Ай, в эфире пишет, что ты болеешь СПИДом. Ну, что сделаешь? Север не в порядке, из крайности в крайность. Вы супер крутые. Ну, я жру и спать мужу мешаю. А что он так рано лег? Он еще долг свой не выполнил. Или выполнил?
Мама на ужин что готовила? Да ничего, ничего не готовила. Ну что? И вчера ничего. Ну что? Вы знаете, что я сегодня Серёжка. С утра уже варила ушицу из красной рыбки. Она с удовольствием стала. И в 10 утра уже эту уху ела. Ну, как бы получилось не очень хорошо, я сказала. Мама. Мам, вот ты мне... Я пойду принесу диплом. Нет. Я хочу. А я не хочу. А кто-то показывал недавно все свои дипломы. Да. Ну, зачем? Как ты относишься к полным девушкам? Шикарно. Шикарно. Я ко всем отношусь замечательно. Я считаю, что вообще не в количестве жира счастье. А почему пишет бедная Бузова? Чего, с ней случилось что-то? Маша, что скажи, Литвиновы развелись? Кто? Литвиновы. А кто это? Ну, Витяник станет. Мусульбес? Да. А ты откуда знаешь? Вы знаете, нет, они еще не развелись. Витя будет как-то там подавать через что-то, и им не придется даже никуда ехать, поэтому... Все впереди, все нормально будет у них. Мам, рецепт ухи: воду налить, рыбу бросить и достать. Все, и можно есть. Мам, видишь, говорят, что мне можно хвастаться. Ну, не стоит. Главное себя любить и тебя полюбить. Вот это я 100% согласна. Потому что если вот, как бы вы ни выглядели, вот я сделала на доме 2 там грудь. Вот правильно тебе пишут, главное себя любить и тебя полюбить. Я сделала себе на доме 2 грудь, да, и вообще много чего делала. И всегда чувствовала, что я какая-то не такая. А потом я поняла, что все это херня. И нужно себя просто любить, и тогда тебя будут любить. И вот Танечка хочет, какая-то Татьяна, хочет с тобой дружить и меня любит. Ну, это здорово. Это как ты относишься к Захару Саленко? Да как к нему можно относиться? Ну, сидит он себе на проекте и сидит. Все нормально. У него смазливое личико. Вот. У Тарасова. Ну, да, это обидно. Нет, это не обидно. Бузову повезло. Зачем мне нужен такой мужик? Маш, ты знаешь, что ты так говоришь? Вот ты сейчас с мужем прожила сколько, 9 или 10 лет. И вдруг у него там от кого-то будет ребенок, и ты даже узнаешь, и тебе будет неприятно. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. Не, ну ты так говоришь. Спасибо. Пожалуйста. Подняла мне настроение. У них теперь ремонт. Вернись на дом 2, Машуля. А что мне там делать, дорогие друзья? Вы издеваетесь? Нет, кому? Ну надо кому-то. Если... Мужика не хватает. Нет, я пошла, если мне дали большую зарплату, и пришел мужчина, который мне нужен. А так что? Ну кто? Кто там есть? Ну к кому? К Захару? Он мне как сын. К Феде, у которого башка меньше, чем тело в 10 раз, и он еще ей выебывается. Кому? К Адоне, который меня бил поводком. Маш. Кто там еще есть? Он, кстати, и Юр Пинчук с ней дрался тоже. Бессовестный. Вы, значит, ему нравились. И ты, и Ира. Вы Дмитриенко? Нравились. Кому? Все остальные уже женаты. Какой у вас дом мечты? Да там, где здоровы все и рады. Поэтому... Да, здоровы, это главное, поймите. У нас главное, может быть дом мечты на берегу океана, а при этом, не дай бог, кто-то заболеет, и все мечты рухнут в момент. Поэтому вот мы сейчас здесь есть, и мы счастливы. И этого достаточно, вы понимаете? Нужно, конечно, строить планы, нужно там о чем-то мечтать, но это все не должно выбиваться из вашего повседневного графика, чтобы вы не думали, что то, что сейчас с вами происходит, это не ваша жизнь. Клебарову. Да, Клебарову, он у нас осеменитель. К Клебарову пойдем, мамуль? Нет, к нему мы не пойдем. А ты что так серьезно сейчас сказала? К Клебарову не пойдем. Ну, ты знаешь, Маш, я вот сейчас подумала. Ну ладно. Мамуль, потрогай лоб мой мечту. Всем крепкого здоровья, мамуль, да, Наташа. Потрогай лоб. Нет, Маша. Маша, нет. Очень. 36,6. Температура 36,6. Он через 3 месяца идет. Наташа сказала, кто идет? Быстро скажите. Вы с Литвиновым были бы хорошей парой, конечно. Роскошно. Это лучшая пара. Мы бы выиграли бы второй раз свадьбу. Да, кстати, ну ничего, от него могут быть дети хорошие. Он симпатичный. Чего ты? Серьезно? Да я тут читаю. Я читаю просто. Где Венц? Ваши любимые цветы. Мои любимые, это вот хризантемы. Помните? Ой, мама, я нагнула голову. Бля... А тут просто провал. Маша, ты близко. А что? Вот я тебе сказала,
все вперед, вперед. Я нагнула голову, увидела маму в эфире. Это так страшно. Маш, ты убила. А кто Венц? Я не поняла. Орхидея, вот. Венц – это Венцеслав. Венгржановский. Мама права. Конечно, Витя, он молодец. Он еще бар открыл. Я сейчас посмотрела его 575 сториз, как он об этом рассказывал. Берем? Кого? Ну, сколько у тебя денег есть? Надо. Чего? Ну, как деньги надо платить. Что? Как брать-то? Как брать голыми руками? Как расстаться с мужем? Да проще простого. Скажи ему, что ты уходишь, он будет счастлив. А где Валера Блюм? Он у Вити. Вот как-то мне совершенно неинтересно. Он у Вити сейчас в баре. Официантом работает. Все. Тату бросил, в жизни неприкаянно. Витя его пригрел. Не верю. Да, да, официантом работает. Вот это его место. Что вы все на кухне? Потому что у нас только кухня, бля. Вы что, издеваетесь-то над нами? Стоит другу признаться в любви? Нет. Сразу и дружбы не будет, и ничего путного не выйдет. Во сколько спать ложитесь? Ну, мы вообще мало спим. Мы весь день работаем, приходим под ночь, в 4 ложимся, в 7 встаем, делаем даосскую практику, аутогенную тренировку, вот, и все, собственно говоря. Потом идем в студию звукозаписи, готовимся к концерту, возвращаемся и выходим к вам в эфир. Завтра утром выйдем в эфир, завтра, если будет что поесть. Обожаем вашу кухню, спасибо, родные. Как вернуть доверие парня? Да не надо ничего тебе возвращать, живи своей жизнью. А если он захочет, он и так с тобой будет. Никому ничего никогда не нужно доказывать. Это пустая. It is a waste of time. Вот мне нравится наша кухня. Как вернуть доверие парня? Почему возвращать-то? Как вернуть? А чего он не верил-то вдруг? Перестал верить. Что случилось-то? Сижу с чемоданом, завтра уезжаю в другую страну. Дочь, да ты не рыдай. Вы знаете, иногда просто... Иногда кажется, что жизнь заканчивается, а все только начинается. Поверь мне. Знаешь, что я сделала? Нет, не знаю, дочь. Красотки талантливые, да, я согласна. Как ты относишься к Шиве? Как я отношусь к Шиве? К Шиве как я отношусь? К Александре Шиве? А я к ней никак не отношусь. Как бы, ну... Это не та личность... которым будет занята моя голова. Маш, какой у тебя заявление? Маш, сижу, смотрю вас с мамой и причалила мужа на вас. Теперь смотрим оба и бухаем. Страшная кухня, думала, вы богаче. Дочь, нет, поэтому можешь отписываться. Ты зашла не туда. Огонек не твой. Мы люди простые, так сказать, без понтов. Иногда можем сходить в Лейку, заказать ризотто, и то мимо, без пармезана. Да. Все, вот это у меня пренеприятнейшая новость. Сейчас. Все, пренеприятнейшая новость. Минута до конца эфира. Из Брянска, Брянску приедем. Минута до конца эфира, дорогие друзья. Пожалуйста, смотрите мой пост, комментируйте, ставьте лайки, потому что я пишу всю ночь опять. Мне все это очень больно вспоминать, но это для вас. Чтобы вы знали, через что я прошла и что из этого можно выбрать. И кем стать. Кем стать? Вот, да. Кем? Ты была в Владимире? Была, были мы. Тайка! Да километры! Ну не уходи. Вот попрощаться надо, ёпта, это некрасиво так делать. Но это вообще сейчас, это считай, это наглость. Ужас. Когда ты так зарёшь? Продолжение завтра. Но если наберутся 1000 сердечек, под фотографией будет. Тайга! Да километры! А народ-то правда уходит, когда я начинаю петь. Маша. Видать, плохой голос-то у меня. Маша, зачем ты такой речь? Я думала, талант. Ладно, дорогие друзья, я вас очень люблю. Смотрите за сторис утром, эфир с завтраком.